Ти знаєш, на серйозі. А через що ми будемо вообще це все проверяти? Просто попробуй. Что за вещество такое? Потом с вами окажемся в тюрьме. Да. А тут куст стоит? А. У тебя что, заменки, что ли? Так. Надо же все прям до идеала сделать. Сейчас. Я через трай попробую, сейчас посмотрим, что будет. Какой там куст, типа, как его назвать? Ну, типа, какой он, если он... С чем? Это там психосиндромный, что-то такое. Не, типа, если он как наркотический, я хрен знает, как сказать. Психоделический, что-то такое, как так называется, сейчас я загуглю. Так, часик, как? Да хз, да назови наркотический, пофигу. А, стой. С вредным воздействием. Отлично. А. Ну, думаю, что... Думаю, что тот куст именно тот, который нам...
Так я ж проверял кузов, зачем его проверял? Ладно, просто пойдем. А, вы нашли 5 граммов семян конопли. Блин, у меня же на этой сборке пикапов не сильно много. Подойдя к объекту. Так, где эти семена? Во. Nice. Походу, это его куст. Так. Это такой вообще. Рассвет. Это Сасуки Узумаки. В мне отыгрывается два действия. В конце точка. Держу в курсе. Один я с пустыми руками.
А к тому это какому? А, что ты играешь? Ключи дает машина. Ты потом фраг скинешь, да? Хорошо. Скрины. По кустам, наверное, он проехался. Ой, из салона. Да забей. Так. Мы же можем, типа, по РП спуститься в подвал, но не заходя. Выбей дверь. Ладно, не важно. Какая разница? Много силы, что ли, нужно?
Блин, что он... Мешок. Ножницы. Ну, хз. Сейчас тогда нож лучше. Я же типа ножницами отрезал этот куст. Ну не знаю, смотря какое там это полотно этого мешка. Не, лучше нож давай. А кто чекает отчеты 8-9 ранга? Хо-хо-хо. Чувствую, будет сильно. Передай. Ага. Удачно. Найс. Ну, прочитай. Не, я лучше его пока так отнесу, а там уже. Хотя хз. Ладно, взял.
Шо? Шо показывается? Неплохо. Сколько у меня page size стоит? Что-то чат маленький. Вот так лучше намного. Хотя не, нормально. Так. А я-то еще не поставил. Да. Ты представляешь, как ты должен на клавиатуру бить, чтобы это все? Аккуратно повернул налево. Тебя не показывает, сколько ты уже снимаешь? Это РП. Ну, нормально. Ну, типа, оно глобальнее даже, чем ГМП у нас. Ну, если смотреть на одну. А что у вас вчера было? Ну, я не думаю, что я буду сейчас смотреть. Ща, я отыгрываю. Ладно. Ай-яй-яй, чё куда меня несёт? Я, в общем, мешок возьму. Ага. Там ещё пакетов разных полно. Давай сложим все эти пакеты в один пакет. Нет. Вот, я в натуре на наркобарону похож. Так, мне горшок надо взять. Еще я в операционный понесу все.
дверь, я думаю, оставлю открытой. Что, опять анализатор, да? Окей. Ну так-то он стоит, можно просто другой сделать. Так. Я? Вот я мастер-отрезатор. А что мы проверяем? Что, типа, степень тяжести этого порошка? Или... вещество. Удачно. Так, тайм.
Ну, типа, себе в отчет еще запили. Ой, забей. Так. Контейнер.
Почти. Что там, последний еще, да? Ну, типа, одно растение, короче, удачное. Окей. Ой, блин. Так. Короче, это два стаканчика. В одном часть куста с одного горшка, а в другом другая часть куста с другого горшка. А, окей. Ну, пускай они будут одинаковые, типа, растения. В смысле? Или один будет, типа, как... А, ну, один это был вообще кактус, типа, того. Один горшок в одном горшке вообще был кактус. Так.
Алло. Алло. Да. Четыре из четырех. Угу. Все это смотри через трай. Первый раз такое, чтобы все удачно. Получается, это сейчас мы вот эту закончим, мы еще одну делаем.